Письмо Чехова Ольге Книпер. Ялта, Москва. Какая, Дуся, ты собака, все не дождусь тебя никак, писал ей Чехов. Но, однако, у Дуси нынче был аншлаг. А в Ялте ясная погода, и только ветер шляпу рвет. Я жду тебя уже 2 года, здесь за 2 года каждый год. Опять сегодня ты мне снилась, люблю тебя, хоть палкой кинь. Когда ты сменишь гнев на милость, он Дусе вынес все мозги. Люблю тебя до ошаленья, почти что в обморок упав, писал ей Чехов. К сожалению, в Крыму сломался телеграф. Мы здесь оторваны от мира, лягушки прыгают в саду. И крокодилы. Очень сыро. Никак калоши не найду. Все съел, что клала ты в корзинку, и на обед остался шиш. Возиться в кухне с керосинкой мешает все-таки престиж. Такая, Дусь, моя планида. Опять на улице свежо. Кухарку нанял, дура с виду, зато готовит хорошо. Здесь без тебя неинтересно, хоть и пишу забавы для. Но без тебя, признаюсь честно, я черств, как крымская земля. В делах идет все кое-как, вот, слава богу, день прошел. Моя приятная собака, ты есть, и это хорошо. Народ здесь не литературный, и с ними тускло говорить. Бальмонт вон написал недурно. От скуки бороду, что ли, сбрить? Жизнь не идет здесь овлачиться. Не слышно сплетен из Москвы. Актрисик, лютая волчица, мой ангел, как живете вы? Я злюсь, завидую той крысе под вашей сценой, что сидит. И каждый день пишу актрисе, и потерял весь аппетит. На завтрак съел один анчоус. Здесь море, воздух, солнце, свет. Но это все лишь только соус. К чему он, если мяса нет? Здесь пустота, кусают мухи. И чтоб с тобой поговорить, я 5 рублей бы дал со скуки. И даже 8, может быть. В мозгу рассветом ранним брезжит. Сказал бы, описать нельзя. Куда ни ткнусь, пейзажи те же. Такая, Дусь, моя стезя. Я без тебя здесь, как в пустыне. Мне дозволяется хандрить. Пишу сейчас, а кофе стынет. Да что об этом говорить? С утра опять похолодало. Здесь холод дует из Москвы. Ты хоть бы фото мне прислала. Змея большая, вот кто вы. Кругом здесь все однообразно, землетрясений даже нет. Отсюда грустные рассказы. Пришли мне, Дуся, свой портрет. Пришли мне фото, мой зубастый. Прислал я бы, только тут снимают очень даже часто, но фотографии не дают. Какая, Дуся, ты дуреха, что заставляешь долго ждать. Ты вспоминай меня немного. Хотя б когда ложишься спать. Ведь я не пьянь и не мотыга, кальсоны теплые ношу. И, может быть, я даже книгу тебе к столетию напишу. Куприн в тебя влюбился тоже. Не помешает, ну и пусть. Тобою, Дусик мой хороший, почти как родиной горжусь. Мне здесь без вашего искусства тюрьмою кажется курорт. Здесь у меня такое чувство, как будто выброшен за борт. Пиши мне, только подлиннее. Милюся, Дуся, не хандри. Худее стала или полнее? Как там играешь? Ой, смотри. Сегодня, Дуся, я в ударе. Тебя не видеть — это боль. Я написал тебе сценарий. 10 дашь — получишь роль. Держать актрисок надо строго.
а не писать им каждый час. Вот попишу еще немного и буду ждать письма от вас. Театр я лично вовсе брошу. Здесь так тепло, миндаль в цвету. Моя актриска, ангел, лошадь, я жду тебя, имею в виду. Дождей все нет, деревья сохнут, тоска, как будто в сердце нож. Я без тебя от скуки сдохну. Здесь каждый день одно и то ж. Моей души эксплуататор, тебе 100 писем я послал. По мне проехал будто трактор, когда письмо твое читал. Собака, Дуся, замухрыша, ты помни и мотай на ус, что так по Дусе едет крыша, я даже сам себя боюсь. Я даже не могу работать, готов подушку укусить. Здесь Немирович был в субботу. Он 2 рубля зашел спросить. О, драгоценная актриса, пиши мне, или я утоплюсь. Напьюсь нарзана и кумыса, на скалопендре здесь женюсь. И так увидимся, мой клопик, еще успею надоесть. Целую руки, щеки, лобик, 5, а может даже 6. Шлю 1 000 000 вам пожеланий, целую в правый вас висок и в левый, в обе ваши длани, и в тот, где вы прошли песок. Моя бабуся, если хочешь, то можешь выслать мне конфет. Пришли с оказией до ночи, а мыла, кстати, тоже нет. Я без тебя сижу балбесом, пора касторку принимать. Вот напишу такую пьесу, такую роль, ядрёна мать. Уж написал 4 акта, вся пьеса кончена уже, и в ней живые люди, правда. Но что-то муторно в душе. Мне б водевильчик поглупее тебе хотелось написать. Я напишу еще, успею, пока не кончилась тетрадь. А про вампиров, если, скажем, придумать пьесу, как ты, Дусь? Ведь эту роль тебе навяжут. Без пьесы лучше обойдусь. Спасите с неба херувимы. А вот они уже летят. Целую в щеки, в шею, в спину. Да так, что косточки хрустят. Не пью и кланяюсь вам низко, до дна колодца достаю. Моя любимая актриска, примите исповедь мою. Приеду, буду кроме шуток, но только ты меня встречай. Держать в объятиях 3 суток. Не знаю, правда, как пить чай. Люби меня хоть на копейку, а я отвечу на пятак. Никто не сможет так же крепко, как я, обнять тебя вот так. Уже покрыта Ялта снегом, кухарка варит хорошо, а Немирович в Ниццу съехал, мы там увидимся уже. Писал с расстройствами желудка, как будто сердце в нем стучит. Коль что не так, то за минутку исправим, Дуся, не ворчи. На Черном море снова буря, ты подняла ее опять. Я 3-й день температурю и не могу спокойно спать. Бубуня, скушай комплиментик, тебя не можно не любить. Писать тебе готов я эдак 15, может быть.